Трагедия в Ликино-Дулеве. За несколько часов до старого Нового года на улице Калинина произошел пожар. Огонь вспыхнул в трехкомнатной квартире на 9-м этаже панельного дома номер 8А на улице Калинина. К приезду пожарных пламя уже полыхало из окон. Была угроза, что огонь перекинется на соседние квартиры. Ну, звонок на пункт центральной пожарной связи поступил в 20 часов 24 минуты. Через 3 минуты прибыло пожарное подразделение первое. То есть через минуту уже были введены стволы в квартиру. По прибытию наблюдалось открытое пламенное горение, сильное задымление и большая температура внутри квартиры. Эвакуировано по лестничным маршам, спасено 18 человек, из них четверо детей. Выезжали такие подразделения, как 116-я пожарно-спасательная часть, 301-я, 24-я пожарная часть и пожарно-спасательный отряд 33. Были все приняты меры по скорейшей локализации данного пожара. Но так как создавалось большое задымление и высокая температура, работали два звена ГДЗС, газодымозащитные службы. Очень большая была пожарная загрузка в квартире. То есть очень я остановлюсь еще на моменте, что позднее сообщение о пожаре. К сожалению, в результате пожара погибла пожилая женщина. Что стало причиной возгорания, теперь предстоит выяснять сотрудникам отдела надзорной деятельности. Идет расследование.